Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас, так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, а также подпишитесь на мой канал. Все ссылки, как всегда, в описании к этому ролику. Сегодня у нас 22 июля, время 9 часов, народ уже на пляже, а мы находимся в центре города, в районе Светлана, на пляже, который называется Цирк. Здесь у нас апартаменты Сан-Ремо. Море спокойное, водичка прозрачная, все купаются, загорают с утра пораньше. Прекрасная погода. Немного облачков прикрыло солнце, но надеемся, что скоро солнце будет жарить нас во всей красе, во всю силу, когда уйдут вот эти вот легкие облачка. Температура воздуха сейчас 25 градусов, температура воды тоже 25. Неизвестно, где теплее, на суше или в воде. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!